Предлагаемый вашему вниманию комплекс упражнений рассчитан на занятия 2 раза в неделю. Если ваша фигура нуждается в существенной коррекции, 4 раза в неделю. 2 инструктора выполняют различные программы. Ира для начинающих, Лена для более подготовленных. Вы сами можете увеличивать или уменьшать нагрузку путем изменения длительности и темпа выполнения упражнений. Come on, help me, Dr. Dick.
А теперь проверьте свой пульс. Число ударов за 30 секунд не должно превышать число, полученное с помощью приведенной формулы. Oh, Billy, who's a Billy? Don't be silly. Oh, baby, sex is just a Billy. Обратите внимание, и у Иры, и у Лены ноги прямые в коленях, носок оттянут на себя и направлен в пол. Старайтесь не прогибаться в пояснице. We'll be right back.
При растяжке верхняя часть туловища направлена к полу. Садимся чуть в бок пульсирующими движениями. Старайтесь успевать за Ирой и не засиживайтесь на полу. Повторяя за Леной, не прогибайтесь в пояснице, рывок назад резче, колено на пол не ставите. Повторяя за Ирой, продвигайтесь как можно дальше, вперед и назад. Обратите внимание, у Иры ступня направлена в потолок, носок оттянут к полу. У Лены нога накрест максимально перекрывает другую ногу и максимально выдвигается в сторону.
Ноги стараемся разводить шире, рывки в стороны резче. У Иры носок поднимающейся ноги точно параллельно полу. У Лены поднимающаяся нога выдвинута вперед под углом 90 градусов к туловищу.
Обратите внимание, у Иры туловище параллельно полу по прямой линии перемещается с одной ноги на другую, а у Лены туловище с одной ноги перемещается вниз к полу и плавно переходит вверх на другую ногу по дуге. Повторяя за Ирой, проверьте исходное положение. Вы должны быть точно на боку, вес тела перенесен на руку вперед. Носок поднимающейся ноги точно параллельно полу. Обратите внимание, Ира старается ставить колено на то же место, что и пяточку. У Лены нога сверху параллельно другой ноге. Вперед колено не выдвигается. Encore une fois.
У Иры работающая нога двигается параллельно полу. Ногу на ногу не кладем. У Лены нога на 90 градусов в сторону, покачивание вверх-вниз. Растяжка. Сет по-турецки, тянемся рывками, плечи к полу, ягодицы от пола не отрывать. Обратите внимание, колени не должны выдвигаться вперед за носки. Представьте, что у вас сзади скамеечка, и вы на нее садитесь. Туловище при этом для равновесия наклоняется вперед. Для этого упражнения подойдет любая не очень высокая подставочка. Ноги на ширине плеч, сводим и разводим колени. Таз максимально вверх к потолку. Стараемся не провисать.
Повторяя за Ирой, таз выталкиваем к потолку, резче, до предела. Повторяя за Леной, не забываем при выталкивании таза вверх сводить колени. Старайтесь напрягать пресс до упора. Растяжка. Прогибайтесь назад сильнее. Повторяя за Ирой, старайтесь тянуться руками к носкам или, если сложно, придерживайтесь руками за ноги, но лопатки от пола должны быть оторваны.
Выполняя упражнение с Сырой, старайтесь заводить локоть за колено. Повторяя за Леной, старайтесь дотянуться до носка ноги, при этом до упора перегибаясь через бок. Обратите внимание, у Иры лопатки на полу. Повторяя за Леной, наклон через бок до предела, рывком. Леной рывок назад резче.
Ноги сгибаем и разгибаем до конца. Растяжка. Животик надули, животик втянули, еще раз животик надули, животик втянули и дышим свободно. Обратите внимание, Ира отставляет ноги как можно дальше от тела. У Лены захлёст ног сильнее, глубже. Руки скрещиваем больше, и рывок назад интенсивнее. Oh,
Рывки резче. Соединяем лопатки спины. Рывки резче, с силой. Круг руками полный вперед. То же самое назад. Ладонь руки у Иры внутрь, отжимания ниже. Гантели не должны превышать 3 кг, оптимальный вес 2 кг.
руки сзади за туловищем, ладони внутрь, отжимания ниже к полу. У Лены руки в локтях согнуты. Love and sex and fun are free.
Tears in your blue.